добрый. В сегодняшнем видео, как вы уже могли догадаться, по названию у нас не будет ремонта электроники какой-либо. Сегодня у нас будет эдакая коллаборация мопеда Рига 11 и пилы Дружба 4. Почему и как и зачем мне пришла эта идея, я сейчас по порядку вам расскажу. Вообще у нас в семье издавна сложилась такая традиция, которая передалась от деда к отцу, от отца ко мне, заводить каждый год этот мопед. Чтобы вы знали, при покупке с завода он поработал буквально 2 недели, и потом уже с этим движком начались проблемы. Двигатель там стоял D6, это очень геморройный мотор, там контактное зажигание, которое постоянно сбивалось, и еще с карбюратором тоже приходилось возиться постоянно. В общем, подумал я тогда купить новый двигатель, посмотрел я цены на Авито, посмотрел я цены на новые веломоторы, так называемые, он бы туда, в принципе, тоже подошел, но цены меня ужаснули. Как вы можете видеть по данным скринам, цены не очень-то внушают доверие, и тратиться на такое говно как бы не очень-то и хотелось. И сейчас на картинке, собственно говоря, вы видите этот самый злосчастный мотор. Он уже порядком изуродован, можно так сказать, потому что этот мопед давали кому-то попользоваться. Вот, человек сказал, что починит и будет на нем ездить, поэтому и дед этому человеку его подарил. Но сделать он его так и не смог, поэтому мы назад его и забрали. Сейчас вы смотрите остатки этого мотора. Тут стоит переходник на магнету, который я только что показал. Магнет — это вот генератора для кинотеатра советского. Думал я, что получится выставить зажигание, и так оно и случилось, но все равно он не работал. Что-то надо вечно этому мотору. В общем, не стал я с ним заморачиваться и подумал, в топку его. Лучше с ним не связываться. Да и вообще с этим мопедом не нужно было связываться, когда человек в магазине или не знаю где там на заводе его покупали, когда увидели педали на мопеде, нужно было сразу бежать далеко, потому что это как бы намекает человеку на то, что да, до места ты доедешь, но как бы назад, возможно, на педальках или в горочку, если ты будешь ехать, то лучше воспользуйся педальками. Собственно, так оно и произошло. Ровно поэтому решил я поставить вот этот мотор прекрасный от Дружбы 4, который тоже не совсем работал. Он глох в силу того, что у него как раз таки тоже стояло контактное зажигание. Поэтому для того, чтобы его поменять, снимался вот этот кожух для охлаждения цилиндра, снималась та улитка. Сейчас на картинке вы видите уже поставленное электронное зажигание. Кстати говоря, оно там ставится очень удобно. С завода расположены метки, все ставится по меткам. Само крепление вставится в упор налево, как бы против часовой провернутый. И в принципе, после того, как установили бесконтактное зажигание, мотор, точнее Дружба 4, начала уже стабильно работать. После этого уже думали, как, что, куда прикреплять. И вот что из этого в итоге получилось. Сначала первый прототип был далеко не такой. Мы редуктор расположили с другой стороны, и из-за этого колесо крутилось в обратную сторону. Но сейчас мы этот момент на данном видеоролике исправили. Вот тут я показываю, как нам пришлось обрезать крыло, потому что за него цепь хлестала, и крыло тормозило колесо само. Мотор установлен на, как бы сказать, на редуктор, плюс дополнительное крепление снизу. Это у нас от бензопилы осталась ручка, мы ее обрезали, просверлили отверстие в ней и в части мопеда, в которой проходил шланжик бензобака. Это, кстати говоря, было очень сложно просверлить это дело, потому что, как я уже сказал, сталь использовалась очень хорошая, и пришлось для этого изрядно попотеть. Далее началась проблема с поступлением бензина, потому что карбюратор, как видно на видео, был под наклоном, и почему-то топливо не очень хорошо поступало, ну почему-то.
как люди, которые пользуются дружбой 4, знают, что ее даже когда заводишь, в другую сторону приходится наклонять, чтобы бензин затек карбюратор и все благополучно работало. Ну, у нас вот пришлось в другую сторону установить. Поэтому, когда заводишь, она заводится. Весь бензин, который затек карбюратор, он израсходуется, но потом глохнет. Поэтому при его, скажем так, заведений, заводки, не знаю, как правильно сказать, приходилось сначала подсасывать, заводить и еще подсасывать карбюратором, чтобы он до конца завелся. Вот тогда уже топливо нормально и благополучно поступало. В общем-то, сейчас вы видите меня и моего друга вместе, с которым мы все делали. В данном видеофрагменте рига заводится буквально со второго раза и хорошо работает. Но когда мы выехали на ней прокатиться, к сожалению, место на моей камере кончилось, но особо мы на ней так и не покатались, в силу того, что проехав метров 30, она глохла. Думаю, это из-за того, что мы не вышли на асфальт. В деревне особо, конечно, много асфальта нету, но можно было выйти на нормальную поверхность, и я думаю, у нас бы все получилось. После этих проездов мы разобрали, потому что перестал заводиться мотор, и поехали на аппарат специально проверять электронное зажигание, вот это самое. И, как оказалось, оно стало бить, или било до этого, ну, наверное, стало бить через раз. Поэтому в следующем видео, я думаю, мы уже... Если мы сделаем электронное зажигание, то обязательно это покажем. Если тебе понравилось данное видео, ты можешь поставить лайк и подписаться на канал. Так я пойму, что эта рубрика тебе понравилась. Эту рубрику я, наверное, зову «Самоделки в деревне». И следующая будет «Фотособака, которую сделал мой сосед». Я ее покажу. Если ты этого хочешь, можешь об этом написать в комментариях. Всем пока.